Здравствуйте, меня зовут Наталья Николаевна, я библиотекарь. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма. Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях. Выделяется три вида сказок – бытовые, сказки о животных и всеми любимые волшебные сказки. Сказки бывают как прозаические, так и стихотворные. Сначала появились народные сказки. Народные сказки есть у каждого народа. Сказки сочинялись народом и передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Чуть позже появились всеми любимые авторские сказки. Сказки Пушкина, Аксакова, Шарля Перро, братьев Гримм. Как в народных, так и в авторских сказках есть положительные и отрицательные герои. И добро всегда побеждает зло. Сказка учит хорошим поступкам, добру, развивает смекалку, внимание, память и речь. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Спасибо за внимание. Thank you.